В Минском горисполкоме состоялась встреча руководства города с представителями делегаций из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы и Киева, которые приехали в Пинск в связи с празднованием столетия Днепровской флотилии. Приветственное слово взял председатель горисполкома Иван Рябковец. Пинск по праву гордится историей своего города, которая тесно связана с флотом, богата флотскими традициями, особенно военно-морским духом. Важную роль в закладке этого исторического и духовно-ментального фундамента сыграла именно Днепровская военная флотилия. На базе Днепровской флотилии в Пинске в 1940 году сформировали Пинскую речную военную флотилию, в которой служили моряки Днепровцы, призванные со всех уголков Советского Союза. Председатель Белорусского союза военных моряков Валерий Холоделин рассказал о деятельности организации, вручил памятные подарки и поделился общим впечатлением гостей от Пинска. Питерцы сказали, ну, такого порядка и чистоте Питеру надо поучиться. Я глубоким уважением отношусь к Питеру, понимаете, Санкт-Петербургу. Но, поверьте, это не мои слова. Но вот действительно, город достойный, и это великая благодарность всем, кто занимается этими вопросами, и, конечно, прежде всего, это пинчан, потому что та душевная культура, которая находится у этого народа, у жителей города, наверное, позволяет поддерживать этот порядок. Основными темами собрания стали продвижение фестиваля флотской песни «Поем о море», а также взаимодействие и укрепление связей военно-морского братства, патриотическое воспитание молодежи. Далее встреча продолжилась вахтой памяти. На городской набережной у памятной стелы морякам-днепровцам состоялось торжественное поднятие военно-морского флага. За образцовое выполнение боевых заданий во время освобождения Беларуси и города Пинска некоторым морякам-днепровцам присвоили звание Героя Советского Союза. Младший лейтенант Николай Чалый, посмертно. Главный старшина Геннадий Попов. Сержант Александр Столяров. Сержант Михаил Пономарев. Старшина второй статьи Владимир Конореев. 100 лет – это много или мало? 100 лет для одного человека – это, конечно, много. Не каждый человек может дожить до 100 лет. А для истории 100 лет – это капля в море, как говорится. И вот эту каплю, чтобы она более разрослась, чтобы помнили эту каплю, мы вот решили так создать, чтобы каждый понял те героические дни, которые выпали, к несчастью, на судьбы наших дедов, отцов, на и части наших. Далее участники мероприятия отправились на экскурсию по историческим местам Пинска.